так думаю, что в будущем мы сможем расширить наш ум с помощью технологий. И моя чип в нашем мозге. Мы можем подключиться к интернету. Я верю, что в ближайшем будущем мы будем более экологично использовать наши ресурсы. Человечество, конечно, обязано осваивать космос. Ну, для начала, свою собственную Солнечную систему, да? В будущем самое серьезное изменение должны потерпеть не технологии, не что-либо еще, а сам человек. Я буду ученым, одним из основателей колонии на Марсе, и верю в то, что часть населения будет жить на этой планете. Наше будущее будет совершенно отличаться от настоящего. Я думаю, что мы будем все летать в костюмах, как у Железного Человека. Найдем лекарства от всевозможных заболеваний. Будут эксперименты идти на то, чтобы сделать человека бессмертным. Я думаю, что в будущем мы сможем прийти к новому уровню цивилизации и стать сверхлюдьми. Я думаю, что в будущем искусственный интеллект будет развиваться и самосовершенствоваться намного быстрее. И, скорее всего, мы даже не можем предположить, как много секторов он будет нам полезен. К 2100 году уровень безопасности в мире повысится, и мы сможем жить спокойно. Я уверена, что в будущем мы увидим тесно взаимосвязанное глобальное общество и культурные нормы в мировом масштабе, которые станут возможными благодаря новым технологиям.